Сообщения о том, что в промзоне на улице Рябова вспыхнуло здание, стали появляться после полуночи. К объятому пламенем строению сразу прибыли пожарные расчеты. Спустя 30 минут возгорание было локализовано, а еще через 20 полностью ликвидировано. Несмотря на то, что помещение считается нежилым, через несколько часов на месте обнаружили тело первого погибшего. В результате проливки разборки конструкции обнаружены четверо погибших. Один человек пострадал, госпитализирован в больнице имени Бурденко. На тушение пожара привлекалось 9 единиц техники и 50 человек личного состава. Площадь пожара составила 140 квадратных метров. Как в нежилом здании в ночное время оказались люди и что стало причиной возгорания, предстоит выяснить следственным органам. Сейчас на месте происходит проливка конструкций, а также работают дознаватели. Причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. На контроле органов прокуратуры области находится также ход и результаты проверки, проводимые следственным органом по факту гибели людей.